Участок улицы Кирова от Красной до Герцена известен многим пешеходам и автолюбителям Великого Устюга своим неудобством. Практически все дни недели обочины заняты автомобилями сотрудников ЛВЗ. Полноценного тротуара на этом месте нет. И после осадков люди вынуждены обходить грязь и лужи по проезжей части. Зимой дорога сужается, и это уже становится проблемой для коммунальщиков. Из-за транспорта это место чистить проблематично. Но уже в этом году ситуация изменится. Заявка от предприятия на участие в программе «Народный бюджет» прошла отбор, и первые шаги к обустройству пешеходной зоны и парковки уже сделаны. Были более где-то около 100 человек работников проголосовало за этот проект, скинулось, собрали денежки, завод поучаствовал финансово в этом. В прошлом году по различным причинам этот объект, этот участок не удалось сделать. И вот в этом году все-таки это все решилось. Здесь будет хороший тротуар, хорошая стоянка для автомобилей. Сделаем мы тут дополнительное освещение. Пешеходная зона будет обустроена от Красной до контейнерной площадки на улице Герцена. Для обустройства пешеходной зоны пришлось убрать деревья. На днях пни будут удалены с этой территории. После чего к работе приступят строители. Проект тротуара, равно как и других пешеходных зон, находится в приоритете у городских властей. Ведь дело касается безопасности устюжан. Проект большой, достаточно дорогостоящий, там более 1 миллиона рублей. На самом деле он позволит разгрузить этот участок улицы Кирова, потому что будет обеспечена уже и парковка автомобилей должным образом. То есть расширится и проезжая часть, и самое главное, наверное, пешеходы смогут двигаться безопасно. Новая пешеходная зона будет полностью готова к концу сентября. По словам главы Великого Устюга Сергея Капустина, городские власти уже думают, чтобы продолжить тротуар еще на квартал, чтобы путь от Осипенко до Красной стал полностью безопасен для устюжан. Степан Крижановский, Антон Карев, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».